Вопросы взаимодействия в сфере спорта в странах-участницах Шанхайской организации обсудили в Алматы. В числе спикеров генеральный секретарь организации Джан Мин. Как отметил в своем выступлении министр туризма и спорта Казахстана, больше 40% населения страны систематически занимаются физкультурой. В республике действует государственный спортивный заказ по финансированию детско- и юношеских школ. Секции посещают более 240 тысяч детей и подростков. В прошлом году наши спортсмены провели более 53 тренировочных сборов на территории государств-членов ШОС. Особое внимание уделяется развитию национальных видов спорта, которых в стране развивается 11 видов, и систематически занимаются национальными видами спорта 9% от общего количества лиц, занятых физической культурой в секциях. Период с 8 по 13 сентября нынешнего года в столице Республики Казахстан, в городе Астане, пройдут 5-е всемирные игры кочевников. Это масштабное событие, которое объединяет кочевые народы со всего мира для продвижения этнической культуры, спорта и туризма. Предполагается, что на играх примут участие спортивные делегации около 100 стран. Чемпионаты Азии по легкой атлетике. Участники встречи выдвинули предложение о проведении совместных учебно-тренировочных сборов. Кроме того, главы ведомств обсудили вопросы сотрудничества и обмена опытом в области спортивной медицины и науки. На заседании достигнуты важные договоренности о дальнейшем развитии взаимодействия и сотрудничества в сфере спорта и физической культуры, в том числе о проведении различных мероприятий и спортивных соревнований. Выдвинуты очень интересные инициативы и предложения по организации совместных спортивных проектов.